Народное ополчение Крыма создало ветеранскую организацию. За такое решение единогласно проголосовали на соответствующем собрании. В первую очередь ассоциация займется проблемами общественно-социального характера, а также патриотическим воспитанием молодежи. У нас много ветеранов. Ветеранов и инвалидов Афганистана, ветеранов вооруженных сил, ветеранов МВД. Организация, я считаю, будет одна из самых мощных в Республике Крым. Новая организация будет плотно сотрудничать с действующей властью полуострова и представлять интересы крымской общественности. Сегодня власти именно нужна общественность, именно нужны те общественные организации, структуры, которые находятся непосредственно на местах, доносят всю информацию, потому что у нас с вами очень большие стоят сегодня задачи. И я думаю, что перспектива их решения только именно благодаря общественным организациям.